Хаёгоньки. Кальцифер с вами. На экране Far Cry 4. Продолжаем мы с того же места, с какого и остановились в прошлой серии. А на чем мы остановились? На том, что взорвали. Фу, большую штуку взорвали. Потом еще посмотрели, как крокодил хавает двух людей наших. А зачем мы это сделали? Да чтобы было интереснее. Да? Наверное, так. Ворон? Или ворон? Кар! Кар! Надя! Получи куст! Блять, запрыгивай! Есть зацеп? Кажется, есть. Зацепиоидный момент. Карабкаемся вверх. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так. А-а-а. Вот так вот. Здорово, тетя Амита. Все будет хорошо. Сабала нет, Бхатра. Не бойся. Ты не Тарун Матар. Отведите ее в лагерь. Сабал пропал, надо быть настороже. Так что там с Сабалом? Не сейчас. Есть другие дела. Артиллерия Пейгана собирается нанести удар по Уткаршу. Уничтожь пушки, пока его не сравняли с землей. Ладно. Ладно. Доберитесь до Калеша. Поскрипели. До Калеша. Ничего не взорвалось. Фейерверк. Блядь, дерево попало. Собака. Да умри, короче, сам. Будете крутить барабан или назовете слово сразу? Промазали! Ты слышал? Сабал, отдавай
Да я ж уже снял с орудия. Как его можно уничтожить? Удержи позицию. Помощь в пути. В голову. В голову. Да, конечно, до него не докину. Бля, по городу попал. Подбили! Подбили! Кого? Бойцы Золотого Пути! Я приказываю отступать! Стоять до конца! А! Тут еще одно орудие стоит. Сорян. По башке придется получить. Ну что, ты пристрелялся? Я тебя... Боюсь, помогать уже некому. Еще один ёбаный насрал. Сука. Ударился. Ух ты. Снайперка, охуеть. Где он? Последнее. Что там с помощью? Мы почти дошли до тебя. Отжай, группа солдат сразу за нами. К тебе идут саперы. Прикрой их. Они займутся орудием. Так. Ну что, ребята, где вы? Вижу. Так. Очень неплохо. Ой. Хули делаешь? Ух ты! Прикольно. Эпичный момент. Чуть не сдох. Чуть не сдох? Ёпа. Фига себе вы бегаете, пятки. Это... Сопла в разные стороны. Это был кошмар! Был кошмар! Шкварки любишь, говоришь? А вот он не любит, по-моему. Граната где-то бесконечно застряла. А где он? Где? Держать позиции! Ёбаный fuck you! Ой. Очередная цель.
Каким хуем он тут? О, уёбище, блядь! Ты как тут заспавнился, нахуй? Я с тебя мясо сейчас буду делать. Веришь? Сука, уёбок. Дайте побаловаться. Если бы не ты, не знаю, что бы со мной было. На одной пальце держусь. Ты один остался? А где второй карапуз? Сейчас рванет! Так, я нормально сижу. Готово. Пушкам кранты. Если бы не ты, Уткар сравняли бы с землей. Они не представляют, чем тебе обязаны. Ты заработал себе минутку отдыха, но только минутку. Заканчивай свои дела и возвращайся. Потом тебе некогда будет отвлекаться. Ты нужен Кирату. Хуясь, это важный хуй бумажный. Минутку. Отдых. Я нужен Кирату. Опять. Где вообще это ваша мита? Здесь. Опять в каких-то ебенях. Броник. Нормально не свернули. Резко. Ты только под колеса не бросься. Вы слушаете радио «Свободный Кират». И знаете что? Радио Райрана говорит вам нехорошо. Я чувствую, что меняется. Перейдут перемены в стиле Барака Обамы. Интересно, что же меняется? То, что я радио выключу. Хуя тут делаешь? Тут теперь мясо. А я по-прежнему мясник. Ты чё одна? Тётя. Куда все подевались? Все в калеше. Предстоит решающий бросок. Всё? Или ничего? Сабал расколол Золотой Путь. Он подставил под удар наше будущее. Все, хватит. Ты просишь меня... Я прошу убить его. Я всегда точна в формулировках, Аджай. Не дай ему ускользнуть. Ты принял мою сторону. Неужели ты думаешь, что он простит тебе предательство? Нет. Сабал должен умереть. Аджай, осторожно. Ты нужен Золотому Пути. И мне. Ну начинается, блядь. Убейте Сабала. Охуеть, не встать покалечиться. Где этот квест? Здесь. Блядь, опять в горы лезть, ёбаный ты, индюк.
я почти вижу отсюда, как ты хмуришься. Чего тебе, Бейган? Ну, что за тон? Звоню узнать, как ты там без меня. Слышал, у вас там вспыхнула небольшая ссора. Должно быть нелегко быть в эпицентре. Выбор — это всегда трудно. Поверь, я через это проходил не раз. К нашей с тобой вящей пользе. Например, Юма. Чтобы преподнести ее тебе, мне пришлось на телевидение идти. А я его ненавижу, то ли дело радио. Но тебе... О, тебе повезло! Бедная Юма, ей будет не хватать. Мне было трудно выбрать между вами, но я выбрал правильно. Увидишь? Конечно, ты занят. Надо всюду успеть и везде разобраться с дерьмом. Не мешаю. Но не забудь. Выбор влечет последствия. Да. Ты, я здесь пролетал. Собал, ты здесь? Здорово, отец. На этот раз точно отец. Ее затея. Или сам вызвался? Ну и что ты делаешь? Ты наплевал на все, что создал твой отец. Поздравляю тебя! Теперь наша борьба потеряла смысл, и это все из-за тебя. И что самое страшное, брат? Ты отдал все Амите. Амите! Что, она спасет Керат? Как? Засадив все опиумным маком? Обрекая людей на жизнь в фабричных городах, где единственная свобода — это нищета? Создав страну равных возможностей, где каждый раб? Думаешь, о такой стране мечтала твоя мать перед смертью? Так что ты сделаешь, брат? Ну, по всей видимости, убивать я тебя не стану. Но становиться ли мне на его сторону? Иду, брат. Иду. Я же не встал этим действием на его сторону. Убивать людей мне не надо. Я же как бы... Аджай? Как бы Гейл? Я убил Сабала. Не могу поверить. Прости, Аджи, это надо было сделать. Только вот от этого не легче, не так ли? В любом случае, сейчас нам надо спасать страну. В любом случае, сейчас нам надо спасать страну. Поэтому полетели на квест. Поскорее закончим Far Cry-чик. И начнем какую-нибудь новую игру. Red Dead Redemption. GTA 5.
что же выбрать? Хороший вопрос. Но выбрать придется. Поддадим газку. С какой скоростью я лечу? Лечу я и лечу. И что? Вот я и пролетел. Эй, мать твою, думаешь, это смешно? Блять! Что? Что взорвалось? Ой. Это я просто проверял. Сука. Знаете, почему я их убил? Потому что... Вообще не специально. У меня... Мышка задевает клавиатуру. Ну. И получается, что я кликаю. Вот так вот. Блять, что? Ладно. Здорово, отец. Свадебная фотография. Выглядела крипово. Лежит такой трупак со свадебными фотографиями, ни с чем больше. Ух ты, вертолет! Только тебя я и ждал. Где вы? Идем в бой на земле. Мы наступаем от реки. Такое чувство, будто бы от бедра я стреляю. Ну как? Пробиваю лучше. Ну и где вы? Умер в подкате. Ты сладкий, не на того пасть открыл. Такие пироги. Так.
да. Мне вообще-то... Вообще-то это самое худшее слово на свете. Поэтому мы летим на квест. На квестик мы летим. Кусты взорвать хотим. Так, ребята, надеюсь, на этот раз я нас не убью. Хуеси. Чего тут устроили? Героиновые войны. Нужен новый подход. Аджай, мы тебя ждем. Все подходят к месту последней битвы. Мы ударим по крепости Пейгана. Будет трудно. Я слышала про Сабала. Как бы то ни было, за Амитой будущее Кирата. Нам пора ехать. До свидания. Я уже на юг вчера сюда забрел солдат. Он заблудился и был голоден. Он сказал, что бежит на территорию Золотого Пути, потому что его поймали на прослушивании бунтарской передачи по радио. Я тоже их слушал. И я принял решение идти вместе с ними. Я больше не хочу жить на севере. Хватит с меня, Пейгана. Спасибо за помощь в атаке. Ты отличный боец. А, все, могу выходить. Смерть Пейгану Мину! Я могу идти по сами. Поддержка с воздуха вам не помешает, мне кажется. Пейгана бахать. Вы видели маску Илунга? Я не видел. Ёпта! Что произошло? Ой! Магнитные буря! Или что-то вроде того. Крысюк! Эй, Пукай! Пора тебе в крики поваляться! Сэй, Пукай, да знай. Ну где вы все? Сосуночки. Взорви главные ворота! Взорвал. А. Сейчас. Сейчас. Терпение. Ворота взорваны! Внутрь! Полностью? Или этого типа хватит? Уголек! Берите с собой
Ебать, он полетай. О, ребята, да. Самое время поместиться. Ух ты ж та. Ёбаный, блядь, сколько вас? Дайте шернусь. О, я обдал босс. Ох ты. О, попал. Сука. Ты. У нас еще много интереса. Ох, упал. Штабики. Надо захватить. Вперед! Держите! Выйдем! А заходить это типа как? А, вывод время идет. Что за ствол? О. М-ка все та же. Ну или хакашка. Не отступать! Граната! В укрытие! Назад! Эвакуация! Они заплатят! Пункт связи наш! Мы его захватили! Больше враг не сможет призывать подкрепление! О, бля! Где отряд? Ебать. Вот красавчик. Смог его убить все-таки. Победил. Победит. Мы уже идем к вам. Огонек надо погасить. Но я не люблю, когда огонь гасит. Ой, ёперный кардебалет. Держитесь, мы идем. Заново. Я твой труп зверям брошу. А где он где-то внизу? Ой, ёпта. Мясо тебе сделал. Супа, это реально. Я тебя прикрою. Мы взяли штаб-квартиру. Да, бля. Ой. Развеселся братанчик. Упал чуть-чуть. В остальном нормально. Идем на подмогу. Пожар! Уходите все! Передайте сюда! Это где? Где? Придурок. Докидываю просто. Арсенал теперь наш! Я тебя прикончу! Пристрели себя, пока не нож! Ух ты! Пятку отстрелил, пацан.
где там дружочек, пирожочек? Пошли, давай, пошли! Все? Быстрее. Как скажете, командиры? Враг хочет отбить крепость! Сражайтесь! Ладно. Нас трое, значит. Сейчас не поможем. Я на взводе. Кек. Что это? Бигфут где-то? Ладно, ладно, за пулеметом. Крупнокалиберный. Крепость наша! Помните её! Блять. Так, ребята. Вы отойдите-ка подальше. То сейчас будет фейерверк. Как тут много людей мертвых. Вот так вот. Аджай, ты что? Что ты имеешь против моих копий? Плакаты. Ой. Интересно. Блять. А что теперь не взрывается? А, встречи с золотым путем, ёпта. Разнесите в хлам! Тяжко. Сложная вот финалочка. Статую взорвать непросто. Непросто. Разнесите в хлам! Слава золотому пути! Это не смешно! Ебать, сколько эта золотая статуя весит? Аджай, ты что? Что ты имеешь против моих копий? Плакаты, потом мой двойник, теперь это... Прозрачный намек? Мне пришла пора задуматься. Золотая, мать твою, статуя! Как так? Из чистого, мать его, золота! Ты знаешь, сколько реликвий пришлось переплавить? А сколько бедолаге Эрику пришлось на нее базировать? Осторожно! Ну да ладно, ужин почти готов. Амита, я открыл ворота. Еду в сторону дворца. Армия короля контратакует! Прибудем, как только сможем! Я за Пейганом. Чуть-чуть не туда я полетел. Вернитесь в зону задания. Угу. Вижу дырчик. Ух тышка! Такой темы я давно не видел. Надо на ней прокатиться. Даже успел соскучиться как-то.
Интересно. Ух ты, это что? Ткань белая. А я сначала думал, что текстурка не грузится. Горит что-то. Очень хорошо, да. Да, ехать, конечно, не близко. Это отсюда в начале игры съебался. Открываю, сука, Новый год, блядь. Ну, здорово, отец. Входи. Прости, что так скромно. Я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Но вряд ли. Сначала вопрос. С кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери, или с психом, который убил всех, чтобы добраться до меня? Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу: присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут. Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка. Я стоял здесь. И что же я тогда сказал? Да. Побудь здесь. Попробуй этого краба. Не уходи. Я скоро вернусь. Так. Если бы ты послушал меня и подождал, мы бы отправились сюда вместе и довели дело до конца. Очевидно, это второй вариант. Псих, который меня не слушает и, подобно прочим мартышкам, кидается собственным дерьмом. Но знаешь, начнем-ка сначала. У тебя есть два варианта. Раз, ты убьешь меня. Тоска. Два, мы с тобой ужинаем, а потом отправляемся развеивать прах твоей матери вместе. Решай. Ебать, решала. Никого не убил. Но... А нет, наебал. Кого ты убил? Амиту? Никого не убил, только ту девушку, чтобы она суицид не сделала. Я и так это знаю. Но все же хочу услышать от тебя. Иди в пень. Мальчик мой, ты и глазом не моргнул. Что ж, ты понимаешь, что... Без боя отдаешь свою страну, да? Она всегда была твоей, пират твой. И в первую очередь я хотел донести до тебя эту мысль. Но ты можешь ее вернуть. Полдела сделано, еще одна смерть и все. Нет, я не вынуждаю. Но отрадно знать, что ты не спасуешь, если припечет. Что ж. Думаю, ждать нет смысла. Пойдем. И маму захвати. Шутник, ебать. Тебе вот смешно?
А мне вот что-то не смешно. Хотя я поржал. Пойми, мальчик, эта урна — все, что осталось от того Аджая. Аджая Докера. Развеешь этот прах и отрежешь себе все пути к отступлению. Вот так. И что теперь? Думаю, ты теперь поступишь, как я. После того, как Мохан убил Лакшман. Ах да, ты же не знал. Да, твой отец убил твою сестру, а твоя мать в отместку убила его. Я просто продолжил ее дело. Сколько людей я убил ради них. Но потом я понял. Смерть Лакшманы была лишь поводом, как и эта урна с прахом. Поводом, чтобы делать все, что захочется. И да, мне это нравилось. Ну, наконец-то. Я бывал тут один раз и вошел внутрь нормальным человеком, а вышел таким. Но ты... Ты выйдешь королем. Вперед. Делай то, что должен. Как тут все интересненько. Ух ты. Письмецо. Это она? Ага, ага. Ишвари Гейл. Бывай, Пейган. Полетел. Конец. А вот и все. Пум-пум-пум-пум. Чтоб бан не дали, пропускаем. Амита, готово. Все кончено? Мы победили? Не могу поверить. Аджай, ты нашел Лакшману? Нашел, Амита. Мама покоится с миром. Ладно, Аджай. Не торопись. Нам нужна твоя помощь, но об этом завтра. Ты заслужил отдых. Мы... Я у тебя в долгу. Спасибо. Квест какой-то еще есть. Опа-на. Салют, сосед. О, мистер Гейл. Че? Все, походу, да? Никакого больше хардкора? Ты зачехляешь свою ракетницу, да? Да. А мне нравится, что ты тут намутил. Да. Без тебя грустно будет. Но повесь пушку на гвоздь в дальнем углу. Хотя... Может, ты не все дела доделал? Есть чем заняться? Может, не убил кого? Я о том же, Дональд. Я йоги, дебил. Дунем? Дунем. Не в этот раз. Спасибо. Да. Ух ты. Не в этот раз, пацаны. Хотя квест еще есть.
Так что, может дунуть в последний раз? Аджай, несмотря на поражение выиграно, крепость Трайгард все еще стоит. Может, нужно было дольше падать? Взять стол повыше? Пора на них. Он не сильно ушибся. Че? Нет, конечно, это пустяки. Да пошел ты, дебил! Да ладно, на, это тебя взбодрит. Затянись, друг! Это запертый в чулане! Да, с пылу с жару. Эксклюзивщик. Опять добавка. А можно на этот раз в руку? О, прости, но я всажу тебя пониже спины. Что, куда? Вот так? Стой! Да! Аджа, Аджа, велел делиться. Без паники. У тебя есть крылья! Не выходит! А чё? Может, помашешь руками? Бля, нырнул. Ебать. Ты кто? А. Рыба-мутант. Все видимости. Что мне этот укол дает? Эй, блядь, не надо меня за жопу кусать. Чих-пых. Кололись. О! Брат наш, он нам шивая-шивая. Шивая-шивая. Он пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответы. Ты чё разлёгся? Оп! Бля, дебилы! Чёрт! Умер! Брат наш, он нам шивая-шивая. Он пришёл издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответы. Пацаны, вы чё? Чётко будете танцевать? Всё хорошо. Что опять? О-о-о. Ебучий ты орангутанг. Бля, теперь мы летим. Точно. Нормальный хуй. Ух ты, крылья. Однако. Врезался. Камень. Чё они где-то справа все появляются? Они думали, что я справа буду лететь? Типа, чтоб не врезаться в них? Но... Так себе идея.
Хорошее место, паркинг, да? Ух ты. Вот он, герой дня! Эдза, эти фанфары тебе! Ты наш лучший подопытный кролик. Самый долгоиграющий. Это точно. И в благодарность за неоценимые услуги... Мы приготовили тебе специальный приз. А за твое неизменное мужество перед лицом непредсказуемых побочных эффектов. А также риска для жизни и целостности организма. Мы вручаем тебе золотую трубку керата. Золото фальшивое, прости. Но это высочайшая честь. Ага, да, спасибо, то есть. То есть... Зверь, да речи потерял. Еще бы, это хорошая трубка. Нам было приятно ставить на тебе опыты. Ладно, хватит помпы, у нас есть дело. Очень важное дело. Погнали? Да. Пока. Пока, торчки. Больше меня здесь не будет. Летай или сдохни. Слик. Ну что ж, огоньки, хочу сказать вам всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои прохождения по разным играм. Всех люблю и обнимаю. Всем удачи. Всем пока. Бонусное видео по захватику. Крепости. Пайганамина. Как вы могли понять. Понял, вычеркиваем. Одно устрою.
Сигналка еще осталась, ёпта. Да. Это, конечно, все хорошо. Так вот. Крюк, конечно, делать пришлось. Подкрепление близко. Точный конец фаркрейчиком прохождения.